Добрый зимний день из солнечного турецкого города Аланья, дорогие друзья! Меня зовут Мария, и я приветствую вас на YouTube-канале компании и агентства недвижимости Лига Реал Эстейт. Сегодня мы приехали в район Джикджили, который находится очень близко к центру Аланьи. Центр Аланьи в последние годы активно застраивается и перестраивается. Прямо сейчас позади меня вы можете в формате онлайн увидеть, как происходит процесс сноса старых домов. И на этом месте буквально через год или полтора возникнет новый современный жилой комплекс. Кстати, процесс сноса домов в Турции выглядит очень интересно. Всегда это сопровождается огромной машиной, которая поливает весь процесс водой, чтобы пыль не разлеталась на ближайшие дома. Сам процесс происходит с помощью вот такого обычного экскаватора, независимо от того, это двух-, трех- или пятиэтажный дом. Так что вот такой интересный момент нам удалось запечатлеть сегодня. Сегодня мы приехали в район Джикджили, чтобы показать вам квартиру пентхаус, которая подходит для получения вида на жительство в 2024 году. Это открытый район. Стоимость этой квартиры подходит под все необходимые лимиты. Она очень просторная и подойдет даже для самой большой семьи. Если вы готовы, то ставьте лайк и пойдем ее смотреть прямо сейчас. Наши апартаменты располагаются на 7-м этаже, их официальная планировка 4+1 и площадь 225 квадратных метров. Что же такое планировка 4+1? Это целая пятикомнатная квартира. Но почему же я сказала официально? Потому что на самом деле одна комната здесь переделана, и можно сказать, что в целом здесь получается шестикомнатная квартира. На первом этаже у нас располагается входная группа, достаточно просторная прихожая, аудио-видеодомофон, далее гостевой санузел, огромный коридор, в котором даже можно поставить дополнительное кресло. Сейчас мы перенесли сюда летнюю мебель, чтобы она не испортилась за зимний период, но в целом сюда можно поставить даже небольшой и уютный диванчик. Здесь огромное количество места для вашей обуви и верхней одежды. На первом этаже у нас расположены целых 3 комнаты. И здесь, как в сказке, направо пойдешь, в первую спальню попадешь. Эта комната может стать детской, гостевой или вашим рабочим кабинетом. При желании все это можно легко переоборудовать и докупить необходимую мебель с нашим отделом постпродажного сервиса, который мы предоставляем абсолютно бесплатно при совершении сделки по покупке недвижимости в Турции. Русскоязычный менеджер будет сопровождать вас во всех магазинах на комфортном автомобиле с водителем. Он поможет решить любые бытовые вопросы и сделает процесс переделки или ремонта ваших апартаментов максимально комфортным. Из этой комнаты также есть выход на первую панорамную террасу, откуда открывается потрясающий вид на Аланийскую крепость и весь центр нашего города. Далее мы попадаем в зал, который объединен с гостиной. Это самое большое пространство в данных апартаментах. Здесь есть отдельная зона отдыха в гостиной, есть обеденная зона и полноценная кухня, на которой уже установлен полный комплект бытовой техники. Я думаю, вы легко можете заметить по нашим выпускам, что в каждой квартире в Турции уже практически автоматически установлена посудомоечная машина. Здесь все делается для того, чтобы хозяйке было легко, комфортно и приятно проводить время на кухне. Также здесь есть газовая плита, вытяжка, но и в целом даже микроволновая печь. Далее, здесь есть отдельное пространство, где установлен небольшой плазменный телевизор, но при желании мы с легкостью можем поменять его на целый домашний кинотеатр. Также в этой комнате установлен кондиционер. А теперь самое интересное. На нижнем этаже нашей квартиры не одна панорамная терраса, а две. Если с первой террасы у нас открывается вид на Аланийскую крепость и на центр города, то с другой стороны у нас открывается вид на мечеть и вторую часть нашего города, вплоть до района Кестель. Кстати, хочу отдельно рассказать про плюсы района Джикджили. Этот район является одним из самых комфортных лично для меня, потому что здесь отсутствуют шумные бары, дискотеки и рестораны. Здесь нету отелей, поэтому даже летом вам будет очень комфортно и спокойно проживать. В шаговой доступности от этого жилого комплекса. Супермаркет Техтекале, до него дойти буквально 50 или 70 метров. Далее торговый центр Аланью, и с помощью пешей прогулки за 5-7 минут вы сможете дойти до гипермаркета Метро. Кстати, из района Джикджили удобно прогуляться до соседнего района Оба, а также до центра Алании. И в целом, даже если у вас нет личного автомобиля, из этого места вы с легкостью сможете везде дойти пешком.
Расстояние до моря от нашего комплекса 1 километр. Этот жилой комплекс был построен в 2012 году. Кого-то это может напугать, но на мой взгляд, именно это является его преимуществом. Потому что вы наверняка заметили, какого размера здесь комнаты и в принципе все пространства, включая коридор и зону прихожей. В новых современных комплексах, к сожалению, пространство экономится и, разумеется, комнаты делают уже меньшего размера. Эта спальня также расположена на первом этаже. И именно из этой комнаты вы можете выйти на вторую панорамную террасу. Кстати, на каждой террасе здесь уже установлен комплект летней мебели. И в целом квартира не потребует от вас никаких дополнительных вложений. Бытовая техника есть, мебель есть, даже всякие приятные интерьерные мелочи здесь уже имеются. Поэтому вы сможете привезти сюда личные вещи и начать свое проживание в Алании сразу же после получения свидетельства о собственности, которое в Турции называется ТАПУ. И я напомню, что наша компания также поможет вам оформить вид на жительство, потому что эта квартира находится в открытом районе, подходит под все необходимые параметры, и здесь вы точно получите свой заветный ВНЖ. Когда я впервые попала в эту квартиру, я сразу знала, что она планировкой 4+1. Я предполагала, что здесь может разместиться даже многодетная семья, где, например, трое или четверо детей. Но когда я поднялась на второй этаж, я даже и предположить не могла, какое количество спальных мест я обнаружу. Давайте посчитаем их вместе. На втором этаже у нас также расположен общий санузел, где установлена не просто душевая кабина, а полноценная ванная. И здесь у нас имеются две спальни. Вот теперь начинается самое интересное. В первой спальне мы сосчитаем 1, 2, 3. 3 кровати. Далее мы переходим в помещение, которое предназначалось как гардеробное, но здесь у нас также установлена полноценная односпальная кровать. Сюда же можно поставить прикроватную тумбочку, небольшой комод, лампу, и вот она, полноценная еще одна, 6-я комната. То есть в первой спальне мы с вами насчитали 4 спальных места. А теперь переходим во вторую спальню. Я уверена, что вы удивитесь не меньше, чем я. Во второй спальне у нас имеется собственный отдельный санузел, поэтому сколько бы людей мы не разместили на втором этаже, всем будет комфортно. Во второй комнате у нас 1, 2, 3, 4. Еще 4 спальных места. То есть всего на втором этаже мы можем расположить 8 человек. А если, например, поменять в другой комнате кровати на двухспальные, даже если 2, то в целом уже 10 человек мы можем разместить в двух комнатах на втором этаже. Еще 2 человека в нижней спальне, еще 2 человека во второй нижней спальне, одного в гостиной, ну и в целом в этой квартире может проживать даже самая большая семья. Это все, разумеется, шутки, но тем не менее в каждой шутке есть доля правды. И это показывает нам, как грамотно можно распределить пространство, если вдруг у вас есть такая необходимость в этом. Ну а теперь я хочу показать вам мое любимое место в этой квартире. И это верхняя панорамная терраса, откуда весь город как на ладони. Так как квартира у нас двухэтажная, пентхаус, разумеется, она занимает верхние этажи нашего жилого комплекса. И вот здесь начинается самое невероятное. Вид на Средиземное море, на горы, а также на легендарную Аланийскую крепость. Я даже не могу словами вам передать, какие потрясающие закаты вы сможете отсюда наблюдать. И это не какой-то ресторан, отель, а это ваша собственная недвижимость на берегу Средиземного моря. И этот вид, он гарантированно останется с вами навсегда, потому что квартира расположена на верхних этажах. У этого комплекса большая зеленая благоустроенная территория, на которой располагается открытая автомобильная парковка, открытый плавательный бассейн с оборудованной зоной отдыха, а также детская площадка с безопасным мягким покрытием и теннисный корт. На территорию комплекса невозможно попасть без специального пропуска или зная специальный код, так как территория закрытая, охраняемая, и прямо на ней есть кнопка для вызова такси. Здесь все продумано для вашего комфортного и безопасного отдыха. Прямо с вашей террасы вы сможете наблюдать, как ваши дети играют на детской площадке и никуда не выйдут за пределы вашего дома. Как я уже сказала ранее, это очень удобный для жизни район. И, кстати, здесь же находится огромный гипермаркет Migros 5M, где вы найдете все необходимое, включая крупную бытовую технику. В шаговой доступности такие магазины, как Ватан, Медиамарт, English Home и многое другое. И здесь же рядышком есть магазин, который называется Гурме. И там вы найдете редкие виды зарубежных сыров, а также привычные нам русскоязычные продукты. Сметану, сгущенку, колбасы и многое другое. Огромное количество овощных и фруктовых лавок, курица-гриль, рыбные магазины. Абсолютно все здесь есть в шаговой доступности. Кстати, на территории вашего комплекса, помимо
помимо бассейна, зелени и действительно очень уютной атмосферы, есть также еще и беседка для приготовления барбекю. Поэтому приготовление и подготовка займут у вас буквально 20 минут. За 5 минут дошли до ближайшего магазина, все помыли, и уже через полчаса занимаетесь процессом приготовления барбекю на территории вашего жилого комплекса. Помимо внешней инфраструктуры, в данном жилом комплексе есть еще и внутренняя инфраструктура, которая включает в себя сауну, тренажерный зал, настольный теннис, а также настольный футбол. Очень удобная локация, зеленая благоустроенная территория комплекса, невероятно просторная квартира с панорамным видом на все достопримечательности города, а также гарантированная возможность оформления и получения вида на жительство в Турции. Эта квартира собрала в себе все необходимые преимущества для покупки недвижимости в 2024 году. Если вы хотите узнать детали ее приобретения или получить дополнительные фотографии и видео, необходимо связаться с нами по активной ссылке в описании этого ролика. Она приведет вас в онлайн-чат, где ответят менеджеры по продаже компании Liga Real Estate. Они вас проконсультируют, пришлют список необходимых документов и помогут в кратчайшие сроки совершить сделку по покупке недвижимости в Турции. И даже после этого мы не бросаем своих клиентов. Мы продолжаем помогать им с адаптацией, переездом, устройством детей в школу, оформлением документов и абсолютно со всеми бытовыми вопросами. Менеджеры компании Liga Real Estate остаются вашими друзьями на протяжении всего периода жизни и отдыха в Турции. We'll be right back.